Короче, села не на тот поезд. Время было такое же, там 10 минут разница всего. И я спросил у чувака, он до Панвела? Этот поезд, он говорит, да, до Панвела. Но он реально был до Панвела, просто он другой. В итоге вот сказали выйти здесь, спустя 20 минут, 40 километров. И вот сейчас подъедет поезд, который опаздывает, непонятно на сколько, неизвестно. О, кстати, вон он вроде бы едет. Три полки. То есть верхняя, посередине еще вот это поднимается. И нижняя. Просто слипер, я думаю. Похоже на то. Вентиляторы сверху супер аутентические. А эти поднимаются вот так. Получается второй этаж. Ай, отцепляется. Раз. Воу. Вот так вот. И почему-то стоим. Мы опаздываем. Уже где-то на полчаса, наверное, точно. Это С3. Это как С2, только на одну шконку больше. Три. Обои симпатичные, конечно. Это не обои, это что, типа линолеума. Пластик. Интересная тема. Граната какая-то. Вот так можно сделать. Аларм. To stop train, pull chain. Потяните цепь. И здесь еще есть lift for light. О, нифига, какая штучка винтажная. Поднимите для света. Я думал, это стоп-кран. Больше похоже на него. А это lift for light. Это же металлическая просто стальная тема. Красиво, богато. Ну, тоже есть light. Вентилятор. Его можно включить. Если мало прохлады, можно выключить. Ну, интересно. Здесь такой, не такой современный он, но винтажный. А это проход General. Он, походу, жестко вот так зафиксирован, да, чтобы не прошли в вагон. Молоточек даже есть за стеклом. Молоток за стеклом, погоди. А чтобы открыть его, нужно отвертку, да, найти где-то. Раскрутить все полностью. А где отвертка? Ну, я не знаю, ну, интересно, конечно. Просто в открытом доступе. Энджо. Чикен бриани. Where is chicken? Чикен, чикен. Поезд очень пустой, непонятно почему. В принципе, тот, который забитый был весь, который сел по ошибке, он чуть дешевле, но там билеты вообще не купишь, только там с очереди какие-то занимательные, вот эта система очередей какая-то сложная индийская. А этот весь свободный вообще поезд, здесь чуть-чуть дороже. Там АЦ 1500, а тут 1800. Все дело разве в этом, потому что он, в принципе, одинаково по качеству был. В отличие от того киральского поезда, который супер новый. А этот такой немного подуставший. Вот так небольшого города уже горят. Уже вот-вот, где-то Панвел, Мумбаи, где-то вот рядышком. Человейники. Я куда-то иду, естественно, я не знаю, куда идти. Навигатор плохо очень показывает. Google навигатор глючит нереально. Я иду просто за всеми. Куда толпа, туда я. Наверняка нам всем в одно место. До какого-то Panvel Junction. А там типа какой-то автобус или электричка. Я не вижу ни одной вывески вообще.
ничего, никаких значков нету там в город, там, в джанкшн, куда-то там вообще ни одного знака. Все торопятся. Бабушки торопятся. Короче, тактика дала сбой. Вышел я на какую-то Семеновскую. И надо, походу, идти назад. Потому что этот джанкшн не здесь. А, ну все понятно. Что я сразу на знак этот не посмотрел. Он такой большой, висит над головой. Почему я не посмотрел? Кажется, я нашел джанкшн. Вау, нифига здесь человек. Наверняка вот отсюда я смогу куда-то уехать. На вот этой электричке. Прям до Чавропати Шиваджи. Ужасные очереди. 20 рупий. За 20 рупий 49 километров. Здесь вот значок для сеньоров, больше 65 лет, значит сюда не надо идти. Здесь что-то luggage section. Меня посетила хорошая мысль, я видел это в фильме «Миллионер из трущоб». Надо станцевать просто здесь где-нибудь, и все будет сразу нормально. Это что за дом? Какая-то крепость. Я не знаю, столько колорита. У меня сейчас перегорит колорит. А, и как-то уже 10 часов вечера, пол 11 даже. Надо, наверное, уже идти заселяться. Не снимать же всю ночь. Где Дубай Гоин? По хостел. Овцо. Где Дубай Барарум? Барарум. Рум. Wipe? No wipe. Короче, со мной познакомиться пытаются. Пол 11 вечера, уже 3 человека, и вот малые увязались. Интересно, первый раз такого не было, в первые приезды. Интересно здесь, конечно, райончик, в котором разместился хостел. Ночью, конечно, я не ходил по Мумбаи еще. Nice street. Столько детей, и никто не спит почему-то. Wait, let's go. Okay. Nice. Very good. Вот это вот сейчас.
2500 मिलेगा किसको मान करेगा हो गया दत्ता।